Всего по проекту предусмотрено 308 грунтоцементных свай по технологии Jet Grouting. Ну, это, соответственно, приведет к укреплению грунта под буронабивными сваями. Технология заключается в том, что цементирует сам грунт. Простыми словами, эту длинную трубу вгоняет в землю на определенную глубину. И методом высоконапорной струи по ней заливают цементный раствор. От ударной силы он разрушает слои почвы, и в то же время происходит перемешивание грунта и строительного материала. Когда все это застывает, получается грунтоцемент, обладающий высокой прочностью. По словам специалистов, после укрепления почвы проведут статические испытания. И когда прочность грунта подтвердится, можно будет приступать к следующим работам – возведению монолитных конструкций. На укрепление почвы, по словам Артема Кучерова, заложено 40-45 дней. С учетом погоды работать планируют круглосуточно.